великий итальянец говорил, что когда моя команда начинает вести со счетом 2-0, я начинаю нервничать, потому что при 1-0 они не расслабляются. Сегодня он не расслабился при 2-0, хотя гол-то она все-таки пропустила. Артем Дзюба забивает свой 15-й мяч в этом сезоне. Ну и гол очень красивый, конечно, получается. До этого Артем Дзюба немножечко правил, по-моему, нарушал чужой штрафной. Руками отпихивает от себя соперника, но это борьба. Здесь после двух подряд, кстати, фолов в нападении, арбитр нарушение Дзюбы не разглядел. А Дзюба попал в самый угол, слету. 2-1.